Салют, чемпионы! Мы продолжаем нашу беговую одиссею по беговым клубам Москвы, Петербурга. И сегодня это «Негатив Сплит» вместе с Артуром Бурцевым и Колей Ляликовым. Почему я выбрал этот клуб сейчас? Во-первых, конечно же, это заявка Артура Бурцева на марафон и на высокий результат. Мы сегодня с ним поговорим, но вот сразу вам инсайт, например, то, что Артур к этому марафону готовит Алексей Риунков, наш знаменитый марафонец. Коля Ляликов, автор, наверное, одной из самых ярких, красивых побед на десятке на старте Пушкин-Петербург. Помните, когда они там перелетали буквально через этот забор? В общем, очень интересно, как ребята сейчас готовят свой коллектив. И вообще, конечно, опять же, интересно узнать про философию бегового клуба, про то, как ребята готовятся, к чему, какие задачи и цели ставят. Так что сегодня, кстати, сам побегаю, надеюсь, что с ребятами. В общем, погнали! Ты у забора тренируешь уже финиш десятки, допустим, Петербург? Да, можно так сказать. Это же снимается, что ли? А, покажи, как ты перелазишь обычно. Вообще, не знаю, почему так поговорят про заборы. На самом деле, я их очень зашкварно перелез, я вот так перешел. И еще догонял потом Андрея Василия. Получилось очень кринжово, на самом деле, но выиграть получилось. Да. Два года этого события. Да, надо повторять? Да, слот я взял на 15 число. Коль, ну расскажи историю вообще создания «Негатив Сплит», как это получилось, как парень из Курска познакомился с черным парнем из Питера. О, это очень такая дальняя история. Про «Негатив Сплит» на самом деле стоит, наверное, про корень всего клуба спросить у Артура, потому что раньше клуб назывался «Пробег Проджект». Нас не ассоциировали с клубом «Пробег», то есть был просто клуб там Артура и Коли, там, ну как-то это вот «Пробег» не бросался, мне кажется, вот как-то глаза на тот момент. И мы решили какой-то бренд начать продвигать. И что-то мусолили название в итоге, и ничего годного ребята не предложили, мы опрос там в своем чате устраивали и решили вот… «Негатив сплит» — это такой стандартный термин из легкой атлетики. Кто занимается, понимает, что это отрицательный сплит, когда вторая половина дистанции быстрее другой, первой. Поэтому ничего необычного. Хотя, как оказалось, потом любители не знали об этом. И все говорят, мы негативные девчонки, мы негативные мальчики. Все вот такая ассоциация получилась. Кстати, нормально она привязалась. Может, это им понравилось, на самом деле? Мне понравилось, да, но да, вот негатив, именно слово «негатив» на первый план как-то выезжает. Чтобы прям как термин ассоциация была с клубом, у ребят такого прям не было первое время. Смотри, мы где-то два года назад разговаривали, там, или год даже назад на интервью, ты говорил, что у вас где-то примерно 20 человек у каждого подопечных, и там 40 человек все в клубе. По-прежнему остается такое количество? У нас общий чат, ну, порядка 100 человек. Это обычно, ну, там те люди, которые уже, возможно, даже не тренируются в клубе по плану. Там, например, ну, и твои поклонницы. И твои поклонницы. У меня нет поклонниц, на самом деле, это миф. Я просто сам придумываю себе таких ботов и создаю дополнительный аккаунт и сам себе пишу в комментариях от девчонок. Нет, ну вот, они обычно там, кто-то ушел, кто-то остается, и у нас такой, знаешь, как вот информационный чат остается, мы делимся там результатами, подводим итоги, пишем какие-то интересные истории о каждом участнике клуба, и многие, даже кто не тренируется в клубе, остаются активно участвуют. Да, активно участвуют, остаются верные нам. У меня порядка даже 30 плюс могут учеников. То есть где-то 60 человек суммарно. Да, да. И также дополнительно я онлайн набираю в основном. Некоторых людей я даже не видел в своей жизни еще. То есть чисто онлайн общаемся. На качество это никак не повлияло, на качество ведения? Всегда я против был, если честно, онлайн-тренировок. Но как-то практика показывает, что если не ты будешь тренировать, так человек найдет кого-то другого, да. И ты понимаешь, что для тебя азарт просыпается. Сделать качественную онлайн-подготовку, постараться адаптировать ее так, чтобы человек все-таки реализовался. Ребята показывали личные рекорды, даже те, кто имел профессиональное прошлое, кто-то там бежал 34 минуты, например, десятку в прошлом, в итоге в тренировочном процессе они показывают те результаты, которые они бегали там 15 лет назад. Ничего это тоже себе. Прикольно. Мне на самом деле Коля рассказал историю вашего создания «Пробег Проджект». Еще тогда «Негатив Сплит». Расскажи, как было. Все началось, по-моему, 7 или 8 лет назад. Я уже, если честно, запутался. Меня пригласили, точнее, было два варианта. Первое, я мог пойти поработать в «Isle of Running». Мне сделали коммерческое предложение. И вторая организация, это был Run Lab, они мне предложили тоже создать у них на базе магазина беговой клуб. И я, сравнив все плюсы и минусы, там тогда было в Run Lab классная движуха, что для участников
те, кто тренируется, соответственно, это бесплатная история, а оплачивает все организация. И на тот момент для меня это было прикольно, интересно, я говорю, я вот хочу... То есть пробег Project изначально это ранлабовская история, даже не чисто твоя как бы? Смотри, изначально все началось в ранлабе, действительно, мы с ними проработали где-то месяцев 6-7, но когда история, ребята сказали, ну, с Москвы спустили, что все-таки бесплатная история закрывается и будет платный клуб, я сказал, что мне это не интересно, и, ну, на тот момент мы с ребятами разошлись, и я недолго думаю, со своей бывшей девушкой мы подумали, что надо сделать просто свой клуб, и у нас есть был костяк, и на базе него мы как раз сделали пробег, да, где профессионалы тренируют ребят бегом. А вот можешь сравнить, там, 7-8 лет назад, это уже такая прям эпоха прошла, насколько сильно выросло клубное беговое движение в России? Выросло на прям, знаешь, как если в геометрической прогрессии, я бы, наверное, сказал, x5-6, да. Когда я в 2002 году участвовал на соревнованиях «Белые ночи», там всего было участников, 1000 человек, наверное, на трех дисциплинах. Ну, мне тогда это казалось прям огромное количество, да, а сейчас, когда в этом году на «Белых ночах», по-моему, 16 тысяч собралось, и, ну, просто вот. И сейчас московский марафон уже 17 штотов. Да. Марафон только, без десятки. И если, да, если мы говорим про московский марафон, то они раньше. Ну, понятно, что, на самом деле, в советское время тоже были... В конце 80-х, да. Да, в конце 80-х собирались марафоны, когда там было... численность там 20 плюс тысяч, да, но мы говорим про сейчас, это классная история про коммерческий старт, и, например, когда я выхожу на пробежки в своем районе, там, в парке, я могу там за раз, там, да, там, встречать там 30-40 человек, и все бегают. Как Коля Ляликов попал в клуб, потому что ты говоришь, создавал клуб с бывшей девушкой, а потом бац, появляется Коля Ляликов, и тут возникают вопросы. На самом деле, лет, по-моему, 5 или 6 назад, я дошел до определенного предела, ну, в росте своего бегового клуба. На тот момент моя девушка переехала в Москву, и я на самом деле здесь, ну, по сути, один остался. Мы с Колей уже до этого дружили и общались, и как-то Коля сказал такую речь, что он хочет заканчивать свою спортивную карьеру и подумывает, чем бы себя занять и куда поехать. Там, в Москву, у него там в Москве брат, ну, я Коляну предложил, я говорю, ну, можешь в Москву поехать, да? Я говорю, а можешь приехать в Питер, я тебе на первое время полностью помогу, введу в курс дела, я тебе помогу с жильем, с финансово, лишь бы ты встал на ноги, ну и вместе будем двигать проект. Ну и у нас вот классный вот такой тандем, уже на протяжении, получается, 5-6 лет работает. 5 лет он каторгу свою отрабанил, и я ему паспорт отдал. Могу так сказать. Все, Эдгар, стандартная разминка, больше на тазобедренные наклоночки поделай. Вот Вадим стоит, у вас тут... Артем, мы с тобой 15, да, бегаем? Или чего? Ну, как скажешь. Можно петрашку? Ой. Николай Превосходный, правильно, правильно, так ко мне обращаться надо, самое главное. Что... Я сюда тоже тренироваться бегу. Так вот, сейчас Инна будет вторую серию делать, и ты вместе с ней. Ну, я сказал, у меня этой осенью ее тоже детский забег будет. А, Инна очень обижается, что ее не снимают, потому что она травмирована. Прям ее в планочке. Не надо меня в этих позах! Сергей. Вот все, снимай, снимай. И вместе ноги раз оторвала, подставила. Два оторвала, подставила другую ногу. И так делаешь тоже минуту, продолжаешь, хорошо? Давай. Давай, я постою, посмотрю здесь пока сверху. Усложняем задачу. Ты думаешь, что я тебя не выдержу? Да, а что, выдержишь здесь? Конечно. Чувствуешь, как тепло пошло? Сейчас у нас порядка там 6-7, а то и 8 девочек, кто-то там от 43 до 40 могут пробежать. Даже есть sub-40, кто бежит, две девочки. Потом дополнительно парни, да, вот у нас в районе 35-37 минут тоже достаточно много. Ну и там два паренька у нас по 33 минуты бегут. Атлеты уже, которые, возможно, не 30, там 31, но это, я считаю, уровень атлетов по 30 минут, это когда это уже амбассадоры. То есть можно амбассадоров подключать к клубу, то есть мы не стремимся прям сильно опрофессионализироваться, так сказать, в клубе. Мы больше все равно остаемся любителями. А вот клубные соревнования, которые сейчас вроде как начинают появляться, да, там Пушкин, наверное, пытался что-то проводить, вам интересно? Клубные соревнования? Да. Мы топим просто за это, но понятное дело, что во всех активностях не успеваем участвовать, но да, да, это круто. Я считаю, что клубный зачет, если будет расти, это и есть такая бесплатная реклама всем клубам. То есть, понятное дело, одного-два атлета тренировать могут все,
То есть даже просто делегировать, там, взять легионера. Ну, подписать просто. Да, да, подписать может каждый. А вот чтобы прям клубный зачет сделать, это уже совсем другое. То есть в этом плане, конечно, очень удобно. Я считаю, что клубный зачет надо продвигать, чтобы это в будущем как-то во что-то новое переросло. На какое время сам планируешь бежать десятку на Пушкин в Петербурге? Ой, сейчас все неоднозначно. Кстати, подготовка у меня нормально идет. Я заметил, что немножко вес такой поднабрал, как бы 2-3 килограмма. Каждое интервью ты это говоришь. У меня каждое интервью... Ты готовишься к нему. Это намного важнее, я считаю, чем подготовка. Вот держать свой вес, реально, вот это контролирует БЖУ намного эффективнее, чем сам тренировочный процесс. В моем плане, так у меня профессиональное прошлое есть. То есть, если я себя держу в тонусе, нормально, контролирую БЖУ, не набирая лишний вес, то все. И делаю просто свои базовые тренировки, я пробегу хорошо. То есть, я сейчас делаю хорошо базовые тренировки, но вот не могу себя контролировать, потому что очень много какой-то работы навалилось, это всегда, ну, много работы, это стресс, ты его либо заедаешь, либо еще какими-то вредными привычками. Вот, поэтому планирую я просто, я тренируюсь, если побежится, если плюс еще вечер будет какой-то попутный, то можно нормально пробежать. Но какое-то ключевое время у меня в этом сезоне там от 30-30 до 31 минут, в этом диапазоне можно бежать. Тридцатку разменять? Ну, слушай, все может Трасса-то быть. Быстрая. Все может быть, да, как говорится. Не буду зарекаться, но буду пытаться, буду бороться. Причем мне нравится эта дистанция, во-первых, в одну сторону, из точки А в точку Б. Трасса скоростная, потому что и ветер как-то скрывается. Никогда такого прям, чтобы прям ветра в лицо не было, не замечал я на данном старте. Вот. Ну и всегда можно побороться за призы, всегда можно красиво финишировать, как 2 года назад через забор. Ну и в этом году, ты знаешь, смотри, марафон Бурцев, у нас 30-ка Ахмадеев и 10-ка Ляликов. У нас прям такой интересный состав лидеров, которые могут повести за собой. Ну, на самом деле, да, вот про Артура марафон, конечно, стоит прям, мне кажется, прям много говорить. Я сам переживаю за него, потому что хочется, наконец, чтобы он свои заветные секунды сбегал, которые он именно хочет и станет удовлетворенным, останется. Ну, а феноменальный вот этот... Самые громкие события Ренаса 30-ка. Я скептик во всем. Я не знаю, я пытаюсь математически вычислить, как это вообще возможно физически в его плане, даже исходя из его личного рекорда на полумарафоне. Мне почему-то кажется, что это очень тяжело. Даже Ренасу. Да, да. Вот как-то это очень тяжело. Ну, прям вот, ну, очень хочется, чтобы это произошло, но если это произойдет, это будет таким чудом. Это просто. Он ведь еще начинает по 3.05, насколько я знаю. План, то что пейсеры заявляют. Слышал о таком. Не знаю, какая там логика. Может быть, он пытается как-то менее энергозатратно преодолеть первую пятерку, надеюсь, то, что он финишер, и он переключится в последнюю пятерку, потом набежит это, так сказать, сбегать свой быстрый полумарафон внутри, посередине тридцатки. Возможно, такая логика, но это его только планы. Я буду топить за Бурцева, потому что Бурцев лучший, как бы сказала его девушка тоже. Короче, смотрите, что мы топим. Катя, иди сюда быстрее. Тебе нужно вот... Смотри, какой у него голосок. Голосок вообще нормальный. Парни, вы делаете 1200 метров, потом отдыхаете минуту 400, и 400 бежите. Артур, ну и твое участие в марафоне Пушкин-Петербург, во-первых, почему ты выбрал Пушкин-Петербург, ведь ты все-таки изначально, сколько я знаю, готовился к московскому марафону, думал на него выходить? Ну, я не сказать, что изначально думал, у меня были обязательства перед брендом Конда, что, ну, мы как основной старт рассматриваем марафон, это как раз-таки московский, но я думал, что я на белых ночах сбегаю быстро. И, соответственно, в Москве достаточно, ну, быстро, я имею в виду для себя, да, то есть свои там секунды, вот свои там 2:15, 2:16. И я бежал вот плюс-минус на это, но все знают, что из этого вышло. И как спортсмен я, конечно, этим был не удовлетворен, и я начал рассматривать на осень марафоны. И, конечно, я понимаю, что в Москве за счет рельефа, да, во второй половине, и плюс то, что сроки перенесли на середину октября, это может погода будет непредсказуема. Соответственно, я подумал, что, ну, я рисковать не хочу, все-таки я опять трачу время, силы, ресурсы на подготовку. И если мы говорим про быстрый результат, я начал смотреть альтернативные старты. Я смотрел Нижний, я смотрел Пермь и, ну, вот еще что есть в России, точнее, не в Питере. И понимаю, что, по сути, если брать
рельеф, да, погодные условия и, соответственно, организацию. Я понимаю, что, ну, Пушкин, Санкт-Петербург, и плюс это домашний старт, но лучше, на самом деле, для меня, конкретно для быстрого это показания результата, ну, сложный прием. И если бы, например, мы бежали, это такое классное подспорье. Но точно так же можете дуть ветер в лицо, либо встречный боковой, и тогда уже, конечно, сложно говорить там о том, чтобы показать быстрые секунды, но будем надеяться, что, ну, погода будет на нашей стороне. Если что, Пушкин Санкт-Петербургу уже два, ну, точнее, не Пушкин Санкт-Петербург, а Пушкин Ран два раза в этом году везло с погодными условиями. Это как Царское село, классная погода была, так и на быстрые десятки. Блин, ну, с точки зрения погодных условий, для бега на быстрый результат лучше, наверное, не придумать. Тогда было там как раз 10-12 градусов, что на конце апреля, что в середине мая. Ну и вот на ночном тоже классная погода. Да, поэтому я надеюсь, что нам повезет. И 15 числа вот у Ринаса будет классная попытка пробежать по рекорду. Ты веришь, кстати, в то, что он... Я скажу так, шансы есть, они увеличатся, если будет классное погодное условие, если будет круто много болельщиков, если его будут поддерживать. И если спортсмен, да, вот... Результат складывается из кучи разных составляющих. Если все вот эти составляющие сложатся в один такой пазл, он может пробежать. Почему нет? Потому что если мы берем Леонида Михайловича, да, Тихонова, когда он пробежал по рекорду, он на тот момент имел личник на половинке, час одну, если не ошибаюсь, 47 или что-то вот такое. У Ринаса личник 62, если не вру, 62.04. Но у Ринаса есть кроссовки карбоновые. Мы очень много видели, да, то есть, опять же, взять пример с Искандером, которого многие уже похоронили. Да, и он приехал в Москве, да, приехал, на него уже никто не ставил. Он там взял на зубах, бежал, терпел и показал классный результат для себя, сделал классный сдвиг. И такой дает, знаешь, как многим спортсменам такой возможность, что можно бежать, взять Рионкова Алексея, да, то есть какая классная спортивная карьера, взять Рыбакова. Подожди, давай про Рионкова вернемся, ведь тебя к этому марафону подводил Леша? Да. Да, вот в секретике решили рассказать. Да. Почему к Леше обратился? Еще на самом деле думал после, ну, точнее перед белыми ночами, я думал, с кем бы можно было проконсультироваться перед белыми ночами. Да, там какой-то суперсекретной таблетки у Алексея нет. Если бы я обратился условно к Чавкину, если бы обратился к Степе, тоже ничего. Я не думаю, что он мне там что-то какую-то вау-истину открыл. Но какое-то вот чутье было, что нужно пообщаться с Лешей. И это на самом деле очень классный момент, потому что когда я с ним пообщался, я понял, что мы схожи по тренировочному плану, по видению, да, тому, как надо тренироваться, какой объем, какие работы делать. То есть там что-то супер кардинально. А что-то новенькое вообще услышал для себя? Вот, ну, запомнилось. Конечно, что-то по чуть-чуть, но здесь есть интересно именно схемы. Схемы подводок тренировок, работ, каких-то блоков небольших. И вот это все, ну, мне нравится, как это на мне заходит. И я понимаю, что от нашего сотрудничества, ну, я точно в плюсе. Туда, где время мое замедляет скорость, развивая птицей в душе, и встаю, солнце и не гаснет, пока не потушишь, ведь это время дано, чтоб нашу жизнь пустую усадить цветами, так что... Тебя как-то немножко, ну не то чтобы смущает, а не настораживает то, что ты на этот марафон, наверное, впервые выходишь как явный фаворит. Да, нет. А кто еще побежит у нас? Ну, нет, смотри, насчет фаворитов, если мы говорим, меня это в принципе за счет того, что я в карьере все-таки уже больше 20 лет, да, и я выступал в разных рангах, да, там я мог темной лошадкой приехать, а мог приезжать вот в Якутске, да, я стабильно все. Фаворит, да. Да, поэтому, честно, вот ты первый сейчас задал раз мне, ну, точнее, ты мне задал этот вопрос, и я об этом задумался. Нет, меня больше смущает то, что я хочу быстро сбегать и... Быстро это 2.15? Нет, для меня сейчас быстро это 2.17 и быстрее. То есть я чуть-чуть пересмотрел, знаешь, как... Ты хочешь постепенно теперь? Да, я уже набегался с быстрым началом, но и теперь хочу думать, что попробую сбегать 2.17, ну и вторую половину попробую поднабежать. Если все окей, то уже там в следующем году попробую побыстрее. И вот как раз по поводу фаворита, на самом деле у меня есть очень классный момент, что... Я, например,
Пушкин Ран, да, когда мы с ними проговаривали момент, что я буду участвовать, я попросил их поддержку, что я хочу привлечь Алексея Ренкова, я хочу привлечь, если у меня есть такая возможность, я хочу привлечь там двух пейсеров, которые, ребята, мне помогут пробежать там, допустим, там, две трети дистанции. Потому что, как ни крути, у меня предыдущие все марафоны, я либо там сам бежал, либо я приходилось бежать не в своем темпе, и меня, конечно, это выбивало. Сейчас у меня такое, знаешь, как условно, они мне пошли навстречу, они мне помогут как раз-таки вот... А уже известно, кто побежит с тобой? Да, я договорился с Сашей Кувериным, это питерский легкоатлет, он раньше бегал полторашки и тройки со мной, 800 метров, мы часто с ним выступали, он там 94-го, ну, помладше меня. И он согласился, и мы с ним договорились, что он первые 15 километров меня проведет. И второй, короче, это Миша Кульков, это на него я тоже как чисто... У него быстрый личник, кстати, на марафоне, 2.12. 2.12, но видишь, он бежал это в Цюрихе, он на самом деле, да. Для меня это классная история, что домашний старт, и ребята, как организаторы, да, идут навстречу и помогают, например, мне, да, реализовываться с точки зрения, ну, моих спортивных результатов. И если у меня получится пробежать в Питере, да, быстро, ну, вот на что я настраиваюсь, ну, блин, это классный кейс, и я буду со всех сторон трубить, что почему, вот, да, то есть организаторы, некоторые говорят, ну, типа, если, типа, пусть сами приезжают. Ну, когда есть конкуренция, да, то есть спортсмены тоже, раньше это они подневольные были, да, и когда всего один старт денежный, все думали о том, что ой, надо вот на этот старт ехать. А когда сейчас даже маленькие старты выставляют, даже если небольшие деньги, нужно понимать, что за элитными спортсменами следят, да, то есть обычные люди. И если, допустим, ну, условно, берем Ренаса, да, Ренас приезжает и приезжает на твой праздник, все равно соревнование – это праздник помимо, да, спортивной составляющей. И ты когда видишь, что там дети маленькие подбегают, просто обычный любитель подбегает после забега, перед забегом к Ренасу и там с ним фотографируются, с ним у него что-то спрашивают. Это же классно, круто, да, то есть это такой классный поинт, что к тебе приехала вот такая звезда в виде Ренаса, что он выбрал там не тот старт, а этот. Если у Ренаса получится еще и обновить рекорд, я считаю, что это будет вообще классно. Люби меня, люби. Твой клуб «Негатив Стрит» — это что? Блин, ну это дружба, конечно, как бы это примитивно ни звучало, с самого начала, возможно, даже частично мы как-то и страдаем от этого, то, что мы сближаемся с учениками, это реально друзья, это постоянные посиделки после стартов, чаепития, мы настолько сближаемся, что можем обижаться друг на друга, как на друзей, это нормально в нашем клубе. То есть... Что я рассказывала? Слушай, никто не вижу, себя, я не... Его не слушайте. Понятно. Лишь мы знаем только, кого снимать надо. Меня, допустим, ученики могут обидеться. Ну, только я не обижаюсь ни на кого, потому что я не обидчивый, видимо. Ну да, это действительно сплоченная команда достаточно. То есть и я уже к ним не совсем даже как к друзьям, вот, точнее, как к ученикам отношусь, как больше как к друзьям. У нас есть штатный психолог. Психолог, у нас, да, есть Коля, который, если что, может приютить. Ну, я чисто, я женский психолог. Господи, какая-то бесячая баба, Лиз. Эдгар, ты у нас ориентир для того, чтобы мы в кадре красиво смотрелись. Нормально? Сойдет. Для меня наш клуб – это такой ребенок, который растет, и я вижу, как он развивается, как он становится с колен на, так и на ножки, и все увереннее и увереннее идет. Это общество ребят-людей, которые объединились вокруг меня и Коли, и я им очень сильно благодарен за то, что они, как это сказать правильно, доверились нам. И благодаря им, да, клуб вообще существует. Поэтому клуб – это люди, без этого никак. И да, у них есть лидер на данный момент, это я и Николай. Всех наших ребят, да, это Саша, Артем. Я так могу перечислить чуть ли не 100 человек, которые есть в нашем клубе. Без них клуб бы не существовал, потому что многие люди с нами работают по 5-7 лет. И это очень круто, это классное доверие, и я это обожаю этим. Как-то так. Клуб, который до мозга костей реально любительский. То есть люди работают с утра до вечера, на работу приходят, выбегиваются и показывают такие результаты. Мне это нравится.